Добрый день, с вами Дов. Сегодня у нас замена экрана. Вот такой вот экран на LG 975, E975. Открываем крышку. Болты я уже снял, вот они вот здесь. Снимаем верхний корпус. Соединяем антенну. Старый экран сломанный. Камеру. Шлейф наушников. Не обязательно вот эту всю плату снимать. Можно ее просто вот так вот приподнять. Вот, чтобы экран мог вылезти в другую сторону. Берем фен. Греем нижнюю часть. 350-400 градусов ставим. Таким вот образом. Так вот она снимается, она здесь сидит внизу на скотче. Вверх. Так, таким вот образом вытаскиваем экран аккуратно. Обязательно очищаем. Остатков старого экрана. Посадочное место должно быть чистым, гладким, без остатков другого стекла. Снимаем старый скотч тоже. Он нам здесь не пригодится никак. Таким вот образом. Даже не скотч, здесь силикон. Его немного проще снимать, чем скотч. Вроде все у нас чисто. Берем новый экран.
двусторонний скотч. Клеим полоски аккуратно. По всему периметру желательно. Несмотря на то, что он такой тонкий, на самом деле он очень прочный. Если посадить его на свои места, на чистые места, то он не отклеится. Достаточно прочно и долго будет сидеть. Поэтому можно смело клеить его. Таким образом всовываем, смотрим, чтобы весь шлейф из стекла и экрана вылез. Вот он, видите, ставим его на свое место, смотрим, чтобы не было зазоров. Камера, шлейф, главное, чтобы не остался внутри, потому что часто такое бывает. Шлейф наушников, все у нас нормально. Все застегиваем, пристегиваем. Антенный кабель. Включаем и проверяем. Смотрим, чтобы не было зазоров. Все нормально у нас сидит. Ну, все, в принципе, можно собирать. Ставим на свое место корпус. Забыли застегнуть камеру.
Вот оно, наше стекло готовое. Как видите, все работает. Все, собираем, закручиваем. Не забываем кнопки поднятия и опускания звука, кнопка включения. Вот таким вот образом вставляем свое место. И финальные болты, которые держат крышку. И слот сим-карты. Все готово.